Всем добрый день. Я рада вас всех приветствовать на своем канале. Анна Лаврова, все своими руками. И сегодня вам показываю свой саженец, который приобрела винограда Алиса весной 2 года. И вот пустил новые пасынки. Вот старые. Пасынки, а вот уже пустил, садила весной новые вот такие веточки. Разросся, потом буду его укутывать. Растет, вершки я прищипнула, чтоб куст был объемный и большой. Посмотрим, что будет на урожай. Зимой я, конечно, его путаю с подгоном, чтобы не подмерз. И все. Вот такой виноград. У меня новый сорт. Трубочка для полива у меня. Удобряла и поливала все лето. За ним, как будет расти, и буду показывать вам видео. А так, до новых встреч на моем канале. И всем спасибо за просмотр.